Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Выполняли работы по реконструкции кровли. В настоящее время закончили подшив свесов крыши. Применяли планкен из лиственницы. Вот так вот он красиво у нас выглядит. И сейчас выполняем работы по монтажу террасы. Покажу вам сейчас небольшие детали вблизи. Здесь мы установили наборные столбы, установили опорный брус и приступили к монтажу стропил. В то время подрезаем, подгоняем стропила на свои места. Далее мы их уже окончательно финишно покрасим, когда основательно закрепим. Вот так вот у нас интересно выглядит ферма. Ферма у нас будет открытая. В этом месте будут установлены два мансардных окна, чтобы был дополнительный свет на террасе естественный. И будем, соответственно, подшивать их сверху вагонкой, уже предварительно покрашенной. Здесь вот небольшой кусок наметили для того, чтобы показать заказчику. Вот так вот все у нас выглядит. Наборные столбы набирали из доски, предварительно снимали фаску, чтобы вот этот край у нас был безопасным и не был острым. Вот так вот они выглядят. Крепления какие-либо открытые здесь отсутствуют.